Всем здорово, с вами Фил, и сегодня я покажу вам, как построить простейшую круглую башню. Итак, начнем. Первым делом заложим фундамент, ну, как и всегда в зданиях, так как это основное. Основной фундамент заложен, в центре дополняем треугольниками. Он треугольным фундаментом, понятное дело. Так, на входе сразу поставим лестницу. Все, фундамент заложен, теперь можно его улучшать. Будем делать все из дерева. Если кто хочет, можете там по желанию улучшать, я думаю, это уже вы сами разберетесь. Так, все, фундамент улучшен. Теперь поставим пилары. Пилары нужны для наибольшей стабильности здания. В основном они нужны, если хотите строить большую башню, ну то есть много этажей. Так, улучшим обязательно пилары. Сразу, потому что потом мы до них не доберемся уже. Все, все пилары улучшены. Так, еще один забыл в центре поставить. Все, теперь на первом этаже у нас есть все пилары. Начнем ставить стены. Так, по периметру мы стены поставили. Теперь нам нужен дверной проем. Вот так. Теперь сделаем центральную комнату. Если вы хотите сделать эту комнату, так сказать, жилищем, ну или просто в что-нибудь в ней хранить, ставим здесь дверной проем. Если вам там ничего не нужно, можете заделать стенами. Теперь все улучшаем. Все, весь первый этаж улучшен. Теперь сделаем крышу в центральной комнате и начнем строить лестницу наверх. Крышу будем делать из треугольничков. Вот так. Тоже сразу ее улучшим. Все, первый этаж в принципе готов. Теперь начинаем строить лестницу. В какую сторону ее строить, зависит только от вашего желания. Я буду строить по часовой стрелке. Как вы видите, чтобы построить лестницу, нам нужна, естественно, сама лестница, полублоки и треугольная крыша. Для начала будем строить все из веточек, что мало ли где ошибемся. Устраховаться и не улучшать сразу, поскольку нет больше разлома киянкой. Исправлять ошибки очень тяжело сейчас. Тут можно сразу стену еще одну поставить, тут у нас прохода не будет. Так, все сделали правильно, улучшаем. На следующем квадрате ставим лестницу на второй этаж, непосредственно на второй этаж. И тут все делаем по такому же принципу, как на первом. Вместо полублоков тут можно уже крышу, в принципе, ставить, как хотите, на свое усмотрение. Над входом ставим крышу. Тут уже полублоки не прокатят. Все, теперь ставим пилары на втором этаже. We'll be right back.
Все, все пилары улучшены, теперь по периметру будем ставить стены. Точно так же, как на первом этаже у нас было. Так, и сделаем центральную комнату. Проход у нас будет вот здесь, на следующем квадрате, после лестницы. Для красоты мне нравится разворачивать бревнами внутрь центральную комнату, а стены, которые по периметру, бревнами наружу. Так, по-моему, смотрится красивее всего. Ну а так уже на свой вкус, опять же, делайте. Вот, в принципе, и второй этаж у нас почти готов. Осталось поставить дверной проем. Сделать опять крышу в центральной комнате. И можно продолжать строить вверх. Как-то так у нас все получается. Тут у нас, видите, полублоки. При желании можно закрыть их стеной. Допустим, вот так и развернуть ее. Вот, теперь все одинаково смотрится. Ну, в принципе, и с полублоками можно было оставить это так уж. Чисто фэншуй. Тут мы делаем крыши. Вот так. Смотрим, как это все выглядит, чтобы нигде на корчиках не приходилось ходить. Да, все ровненько. Можно улучшать. Вот, опять ставим пилары. Все, вроде не один пилар. А, вот. Все, все пилары улучшены. Опять ставим по контуру стены. Ну, я думаю, третий этаж у нас будет последним. Так, кто захочет больше, я думаю, тут уже по аналогии догадаетесь, как строить. Ставим стены. Тут уже опять на ваш вкус можете делать центральную комнату и комнату рядом. Можете оставить просто это пространство, чисто как большую комнату, и все. Кстати, для красоты можно сделать окошки. Что-то я про них забыл совсем. На третьем этаже уже окна можно вполне делать. Тут никто в них не залезет. Вот такая вот комнатка у нас получается. Делаем крышу. Уже высоковато, поэтому приходится улучшать с прыжка. Так, сделаем
проще, чтобы дотянуться. Потратим немного ресурсов. Сделаем вот так вот. Делаем вот так, правой кнопкой зажимаем, прыгаем и нажимаем. Нажимаем левой кнопкой мыши, чтобы применить. Так вот, улучшаем. Конечно, можно сделать вот тут вот крышу везде, чтобы красивее смотрелось. Давайте, наверное, да, так и сделаем. Во всех проходах можно наставить дверей, если вы не хотите, чтобы ваш дом зарейдили. Так, осталось нам сделать... улучшить одну вещь всего. Так, сделаем вот так вот, чтобы залезть. И спокойненько улучшим. Вот, в принципе, и все. Домик готов. Конечно, поскольку я заранее улучшил, я потерял немного пространства, которое находится тут. Ну, можно сделать это как бы тайник и типа не косяк. Как-то странно смотрится этот блок. Ну да ладно. Так, в каждый проходик можно наставить очень много дверей. Сейчас вам продемонстрирую. Если везде будут железные двери с кодовыми замками, то до вас будет очень тяжело добраться. Я думаю, проще будет фундамент разрушить, чтобы дом упал, чем ломать все эти двери наверх. Тут можете ложить спальники, ну, это уже сами разберетесь. Сейчас посмотрим снаружи, что у нас получилось. На окна также можете защиту поставить. Это уже мелочи. Вот так вот со стороны смотрится эта башенка. Опять же говорю, размеры у нее могут быть любые, практически. То есть вы можете построить ее очень высокую. Допустим, можете не улучшать крышу и постепенно копить ресурсы и дополнять ее. Кстати, видно то, что один пилар я пропустил, не улучшил. Сейчас попробуем. Вот видите, его не видно. Нельзя его выделить. Ну да ладно. Вы таких ошибок не допускайте. Такие мелкие косяки. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сегодня показать. На этот дом у меня ушло 21 480 единиц дерева. Надеюсь, вам понравилась эта рубрика. Если да, то ставьте лайки. И я буду снимать, как строить различные интересные домики. Всем пока, друзья. Стройте красивые дома. Удачи.